Всем привет, добро пожаловать на канал Сакуба. И сегодня, ребят, я бы хотел рассказать видео о таком монете Прана. Вот, они есть у нас. Отнести верховному жрецу Прани в деревне Говорящего острова, чтобы обменять их на разные припасы. Монеты Прана мы можем получить за выполнение ежедневных заданий. Также осады, олимп, квесты и все такое, ребят. Я все это видео покажу, все будет. Все увидите, все поймете. Так, итого, что мы можем купить? Вот. Что мы можем приобрести у него? За 50 тысяч монет Прана мы можем получить запечатанный талисман вожделения. 50 тысяч монет, ребят, это около года вам надо копить. О, зелье поддержания энергии. Это зелье, которое поддерживает вашу энергию на уровне. Правильно же понимаю? Суть из названия. Да, на 30 минут. Это, кстати, нужная штука, если вы на каче. Камни благословения Праны. 80 штучек стоит. Охрененная вещь. Оставится это он за 1 B-гем, независимо от уровня пухи и грейда пухи. Снимается за 100 аден всего лишь. Штука обалденная, экономить можно ЛСа красиво и составляет эффекты даже очень хорошего высокого уровня. Вот. Зачастую повышенные шансы на какие-либо статы. БРС у нас стоит 10 монеток. Блес ТП стоит 4 монетки. Дальше свиток. Получается благословление оружия. Ой, доспеха. Р. Он меняется у нас на обычный свиток. При этом надо при себе иметь 185 монет. Свиток благословления Р95. Нам надо обычный свиток. Но в количестве не один, а уже 18 штук. 18. И 1000 монеток праны, чтобы получить свиток благословения. Над доспех. Свиток благословления R99. Также у нас R свитки, но 28 штук, ребят. 28 это у нас немало. И 1500 монет. Опять же, это достаточно длительный период времени занимает, чтобы копить все это. С пухами у нас еще более страшно. Потому что цены тут долбанутся какие. На обычное оружие R надо 2 точки R на пуху и 440 монет. Немало. Ну, куда ни шло. На свиток благословения R95 получается нам надо R-ных свитков 13. 13 штук. Это охренеть как много, ребят. Тут что-то тоже не стоит... Уже 12 ярдов, по-моему. Ой, миллионов. Каждый. Вот. Идем. И при этом почти 3000 монет праны надо иметь. Это много времени займет копить. Это благословление R99. Это вот эта стоящая штука. Надо 24 свитка и 3480 штук монет праны. Это до хрена. Также можно купить ветер Фрей, ой, Мафор, который нам дает 200% опыта СП. Что там еще, по-моему, да, он должен давать? Или только это? Ну да, только это. Единственное, всего лишь 30 секунд, поэтому перед тем, как добить босса, вы можете получить двукратный бонус к опыту. Вот, его надо использовать по назначению, никак иначе. Время действия всего лишь 30 секунд. И самая вкусная штучка. Сундук энергии Карли. А Карли, как вы знаете, это у нас отвечает... Так, давай, отобразись. Вот. Знаете, он стоит 1000 монеток. Вот. Но за эту 1000 монеток мы можем получить вот эти сундучки, на которых пока странички не существует и вряд ли она будет. Ну а также
можно получить энергию карли, которую вы и так, думаю, отлично знаете по талисманам вожделения, вот этим всем и так далее. Вот по этим талисманам, потому что кто их делал, вы знаете, что можно сказать, что безопасно выполнять вот эти все дела. Можно использовать вот такую энергию. Также вот эти сундучки, которые у нас содержат много интересных вещей. Касаемо ежедневных заданий. Проходим сразу же по ссылке, находим. Вот, ежедневные задания. За достижение уровней нам дают... Вот они. Ежедневные задания, вот. Вот. Вот оно самое вкусное, ребят. Зайдя в выходной день, в любой выходной день, суббота, воскресенье, мы получаем один сундук ежедневное. Ежедневное задание, то есть то, что мы зашли, выполнили задание. То есть нам задали, да и войди, и все. В котором могут находиться вот, вот такие интересные вещи. Но зачастую падает эрген, кристалл и максимум точка. Вот обычная, простая. Вот этого я пока не находил, сколько не открывал их. Зайти в игру хотя бы раз в месяц. Мы получаем, опять же, один сундук и 15 монеток. Квестомания. Два любых квеста, которые мы завершим. И мы можем забирать очередное задание, которая содержится один сундук и одна монета. Не столь много и не столь мало. Потому что если мы вытащим что-нибудь из вот этого, или же вот этого, то, ребята, будет очень такая плюшечка интересная и вкусная, я бы сказал. Вот, дальше. Олимпиец. За участие в двух поединках, то есть выполнили мы два боя на Олимпе. И получаем один сундук и три монетки прана. Ну, чего бы нет. Вот самая выгодная вещь, это у нас осада. Герой осад называется. Принять участие в одной осаде замка только для членов зарегистрированных кланов, то есть без регистрации вы это не получите. Нам дают 15 сундуков и 50 монет. Только, ребят, есть одно интересное но. Мало того, клан должен быть зареганный, и первые персонажи на аккаунте, которые появились прямо перед началом осады, то есть вот, осада началась, те персонажи, которые были онлайн и зарегистрированы на замок, все получат. Вот, но не более. Если вы зашли позже начала осады, вы не можете не получить все это дело. Не знаю, какой там лимит, но вот такая вот система есть, и от нее никуда не деться. Дальше, фестиваль хаоса. Ну и само по себе, вы и так знаете, после 85 уровня нам открывается доступ к фестивалю хаоса, где сражается 14 человек друг против друга на арене небольшой такой, до последнего. Вот. И что мы... Приняв в двух поединках участие, мы получаем один сундук и две монетки. Квесты эти все ежедневные. Вот. Гроза рейдовых боссов. Пройти три любых временные зоны. Любых абсолютно. Мы получаем один сундук и одну монетку праны. Ну и заядлый рыболов. Поймать рыбы. Ну или порыбачить, точнее, три раза. Скорее всего, там, не знаю, мне, так сказать, удочки, во-первых, нету, а во-вторых, возможно, там с премиум аккаунт связано. Потому что без према я не знаю, получится или нет. Хотя, мне кажется, если купить обычную удочку, которая у нас стоит 30 миллионов, по-моему, то можно как раз-то и выполнять этот квест. Нам за это дадут один сундук и одну монетку праны. Сам прана у нас находится... на острове людей в администрации. Вот. Тут у нас полный список это оглашается.
связи с добавкой... Вот, смотрите, еще один... Одно дело, связанное с этим всем. В связи с добавлением новой системы ежедневных заданий удалены следующие функции. НПЦ – помощник путешественника. Покупка железного снаряжения за монеты. То есть это уже нельзя делать. Возврат ненужного снаряжения за монету убран. Лотерея тоже убрана. И получение железных сундуков с оружием и доспехами за 2000 монет тоже убрано. Вот. Оставшиеся монеты можно использовать для покупки расходных материалов, ТП и так далее. По завершении любого квеста награда, за которую является монеты железных врат, будете получать эффект Айтербарда. А, вот эта хрень откуда. На 1 час. Бонус к опыту СП на 100%. Нельзя использовать вместе со свитком ветра Мафра. Эффект сохраняется после смерти. А, вот многие интересовались таким вопросом, откуда берется ветер Барда. Вот он откуда берется. Он у нас берется вот за то, что мы, будучи, допустим, академиками или что-нибудь так, взяли НПЦ задание, что там убить, допустим, 50 оленей и, допустим, 50 свиток. Взяли, вернулись, он нам дает баф. Вот. С которым мы можем качаться еще быстрее. Ну что ж, ребят, на этом давайте на сегодня закончим. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До следующих встреч. Пока-пока.